теперь я хотел бы буквально несколько слайдов показать, как в течение там, нескольких минут можно быстро построить оптимизационную модель для топологической оптимизации в среде Apex Generative Design 2020, который появился вот буквально несколько дней назад в новом интерфейсе. С вашего позволения, я переключусь на программу. Надеюсь, ее сейчас видно. Итак, это вот интерфейс. Это тот же самый Apex практически, но здесь можно заметить, что некоторое отсутствие некоторых кнопок. Да, это так, потому что он специально сконфигурирован под работу именно с генеративным дизайном. Он предназначен для выполнения топологической оптимизации и выгрузки результатов расчетов этой оптимизации в формате того же STL для того, чтобы в дальнейшем эту геометрическую модель можно было использовать, например, в аддитивных технологиях для построения, для печати 3D такой детали, или же для дальнейшей обработки в других приложениях, связанных с аддитивными технологиями. Давайте я сейчас импортирую какую-то тестовую модель. Она очень простая. Вот она у меня, эта модель. И сейчас я задам область, в которой я буду эту модель оптимизировать. То есть мне необходимо задать область моделирования, оптимизации. Мне необходимо задать области, где не будет оптимизации. То есть я могу заблокировать части геометрии от выполнения топологической оптимизации. То есть non-design region. Ну, например, сейчас мы это давайте сделаем. Итак, я знаю, что у меня есть вот такие участочки небольшие, где я хочу закрепить эту модель. Итак, я указываю область проектную и указываю момент. Толщину 2 мм для этой зоны эквидистантной и цилиндрическую поверхность, вокруг которой эта зона, фиксированная зона будет построена. То есть видите, да, я область Design Space, то есть проектная область, я ее никаким образом не разделяю, она единая, вот она. Но в ней существует вот эта как бы втулка серого цвета, которая показывает замороженную вот эту вот область. Вот так буквально несколько кликов мыши мы создали вот эту часть для оптимизации. Теперь нужно ввести материал. Я создам материал. Очень просто. Модуль упругости. Коэффициент Пуассона. Плотность. Например, 8. 6. И назначу ее на мою проектную область, этот материал. А теперь нужно задать граничные условия. Да? Граничные условия следующие. Допустим, сверху будет на эту деталь давить сила, вертикальная сила 1000 ньютонов. Вниз. Закрепление. По всем вот этим вот замороженным участкам я закрепляю по всем направлениям. То есть они полностью зафиксированы в пространстве. Так, так и так. Вот, собственно говоря, модель готова. Теперь я ее просто-напросто запускаю на анализ. Analysis Readiness, система встроенная, проверяющая готовность моей модели к расчету, показывает, что моя модель готова к расчету. Я зайду в Studies, посмотрю настройки. Итак, здесь, скажем так, некоторые вспомогательные настройки, я оставлю их по умолчанию. Проектные перемены по напряжениям будем оптимизировать. Stress goal, то есть цель. 2 мегапаскаля я поставлю.
И стартуем расчет. Теперь, в данном случае, генератив дизайн, он автоматически переключается в режим постпроцессинга. И тут же начинается процесс оптимизации. Вот я сейчас уже вижу, первые итерации пошли. В целом вот эта деталь, 64 итерации настроена в данном случае. Она таким образом будет оптимизироваться, ну, порядка где-то около часа. Около часа на данном компьютере. Вот. С вашего позволения я здесь, чтобы не тратить время, естественно, часа у нас нету. Я закрою это приложение. Так. Так. Ну, некоторые сложности, связанные с остановкой программы в связи с тем, что идет трансляция. С вашего позволения я переключусь на готовые уже результаты расчета, чтобы показать вам конечный результат. Вот они прошли 64 итерации. Мы получаем Вот такой дизайн нашей модели. Геометрическую модель вот такую мы можем с каждой итерации выгрузить в виде STL-файла. Вы можете видеть, где у нас была исходная проектная область. Вы можете видеть результаты расчета в виде графиков. Так, сейчас один момент. Так, вот можно выгрузить STL файл на любой итерации. Можно выгрузить в виде графика процесс, как мы уравновесили напряжение. Можно выгрузить, каким образом у нас была оптимизирована масса по итерации и так далее, так далее. Вот, собственно говоря, вот так вот в таком упрощенном, скажем так, виде, буквально на бегу, хотелось бы представить новый интерфейс Apex Generative Design. Платформа очень перспективна. Вы видите, что мы работаем действительно в среде Apex, но технологии, которые здесь внутри реализованы, это технология компания Amendata, которая недавно влилась в состав MSC Software. Вот. Собственно говоря, сейчас я вернусь к презентации. У меня на этом все. Если есть какие-то вопросы, я готов ответить. Спасибо за внимание.